Всем привет, моя уже постоянная, точнее, мое постоянное место обитания, моя кровать, так как мне удобно, у меня ноутбук тут, у меня все под руками, и, в общем-то, мы друг другу не мешаем дома, так как у нас принято уважать личное пространство. Вика в своей комнате, вот Леша, он в соседней комнате за компьютером, как всегда, играет. Вот, ну а я в спальне, и смотрите, какая прелесть мне пришла. Я очень долго его ждала, прям очень. Это Бандай, вот, и это Пэкмен, и он Нана, тамагочик. Так, давайте посмотрим, что тут. Ничего не понятно, но мы сейчас откроем, включим и немножечко попробуем с вами разобраться. Так, ну что ж, это выпуск этого года. Вот они вышли в 2020, мы с вами сейчас откроем. Есть они в нескольких вариациях. Есть вот такой, как у меня, и с подобными рисунками, но еще он с желтым фоном по кругу. И также они продаются наборами с чехольчиком. Вот как вы видите мой. Давай отклеивайся. Вот. И есть без... Ну, это же я. Есть без чехольчика. Так. Попробуем сейчас открыть. Та-дам! Так. Эту штуку мы достанем и вернем обратно. Так. Кстати, если у меня есть коробочки, ну, если там тамагочи приходят с коробочками, то я коробочки и ярлычки не выкидываю. Вот. Погнали. Ну, это резиновая. Очень маленький прям. Прям очень он, как орех. Вытаскиваем ярлычок. Ай, какой звук противный. Так, и давайте поставим время. Сейчас у меня 14. То есть это у нас 2. 54. Такс. 54. Если честно, он меня немножко смущает. Объясню почему. Попытаюсь его сюда всунуть. Потому что он еще меньше, чем Angel. А меня на самом деле, вот у меня в Энджелах очень сильно раздражает то, что как его надеть? Ты же не так должен быть. Я же в курсе, что ты не так должен быть. Но почему я не могу тебя нормально всунуть? Пожалуйста. Так, давай, ровненько. Раз. Ну, короче, такое что-то. Мне почему-то некомфортно так. Но смотрится интересно. Так, погнали. Ага. То есть это мы уже ждем вылупления. Ну хорошо, давайте подождем. И тут какой-то кракозяблик. Давайте будем смотреть ближе. Это кушать. Мы с вами его покормим. То есть, видите, из еды тут всего лишь кашка и черешенька или вишенька. Дальше это, наверное, игры.
И в чем смысл этой игры? Короче, ловите эти штуки пока. То есть вы хотите сказать, что по меню это, в общем-то, все? Огонь. Знаете, что самое... А, хотя, подожди, может она, конечно, вот... Да. Инструкция. Так, смотрите. У нас может вырасти или белое нечто, или черное нечто. Вот у нас белое нечто. И вот вообще про него ничего посмотреть нельзя. То есть настолько простой, ну, то есть функционала, как в других тамагочиках, как такового нету. Так, ладно. Но все равно из них могут вырасти персонажи, в общем-то, почти стандартные. Потому что вот эти есть в обычном. Этот Кучапач, или не помню, как его зовут. Так, давайте глянем, что нам говорит инструкция. Сомневаюсь, что тут есть инструкция, конечно, на русском или на украинском. Поэтому будем искать хотя бы на английском. Так, на английском я нашла. Следовательно, это мы сделали как надо, это мы протянули как надо, это мы вытащили, а дальше непонятно. По идее у нас рис и вишенька. Так. Если он обижается, он поворачивается к нам попой. Игры у нас аж две. Одна, в которой я вам показала ловить кругляшки. Вот. Надо дойти до яблочка. Окей. Или до вишеньки. Окей. Или до большой точки. Понял, принял. Боже, я говорю уже, как мои ученики бывшие. Так. Когда ложится спать, нужно нажать кнопку типа А и выбрать выключить свет. То есть оно подается автоматически выключить свет. Ладно. Так, это что? Если типа вы будете хорошо заботиться, то ваш тамагочи будет показывать вам радость. Окей. Что вот это? А, жуки. Я так понимаю, что жуки это типа как будто заболеваешь. Тогда надо выбрать привидение. Долго нажать типа кнопку А и съесть этих всех жуков. Так, он может быть в плохом настроении. Эх, конечно, трешак. Ладно. Также разбираться это для слабаков. Давайте с вами глянем вторую игру. Вообще, как понять, сыт он, не сыт? То есть этих мы типа не едим? Как? Ага, все, я поняла.
Ты съедаешь определенное количество этих привиденьшков и умираешь. Ну опять же, где посмотреть, голоден, не голоден? Ну, короче, в коллекцию интересная штуковина, но сказать, что я прям вот в диком восторге, ну, не могу сказать. Похожу с ним в любом случае пару дней. О, не хочет. Прекрасно. А вишенку хочет. Похожу с ним пару дней, возможно. И просто его положу в коллекцию. Как-то так. Но выглядит очень красиво, и я его очень ждала. На этом вот такое вот не особо информативное видео заканчивается. Будьте здоровы, хорошего вам дня и не скучайте. Я попользовалась ним уже буквально несколько дней. И мое заключение по поводу Tamagotchi Nano. Tamagotchi Nano — это, скажем так, Tamagotchi для тех, кто вообще хочет Tamagotchi, но не хочет заморачиваться. Объясню почему. Потому что здесь максимально мало функций. Вот. Допустим, смотрите. Когда он просит, у него плохое настроение, вы просто заходите и его кормите, да? То есть покормили. Так он радуется, когда вы нажимаете кнопочку C. Джек дерется с пакетом. Вот. Дальше, когда он вечером ложится спать, он подает сигнал, вы нажимаете кнопочку А, вот, и тут появляются две лампочки. Одна лампочка, которая светится, одна лампочка, которую выключить. Вы выбираете выключить, и он ложится спать. Вот. Также иногда тут появляются медузки, вот такие вот черненькие, и за ними бегает Бэтмен, и их надо просто нажать, типа, вот эту кнопочку, и за ними начинает бегать Бэтмен, и их есть. Также я решила на него вчера целый день забить, и в итоге вот тут появились буковки, вот. Так же само, нажимаете эту кнопку, появляется Pac-Man, который жрет эти буковки. В общем-то, функционал, все. Вот, но смотрится красиво. Вот, я хочу еще посмотреть на Tamagotchi Mini, потому что о нем говорят, что он вообще как брелочек, и там еще меньше функций, потому что просто как бы некуда вместить. Вот. Ну, в общем, я довольна, потому что он очень красивый, и это как бы достойный экспонатик в мою коллекцию. А вы уже думаете, брать вам или не брать.